Юграф? Ты жив? Белые-белые ноченьки канули в лету. Серым дождем пролились облака. Время течением реки плыло к рассвету, уносило к рассвету, а принесло на закат черные-черные ноченьки, словно вуалью. Прятали все отражения твои. Чувства уставшие меркнут и остывают. И они остывают. Больше ты их не зови. И разносятся ветром осколки разбившейся нашей любви. И разносятся ветром осколки разбившейся нашей любви. Здравствуйте, Гаврил Маркелович. Да, неожиданная встреча. Ага. Так ты проходи, проходи. Ой, поверить не могу, ты ли это? А как ты узнал, что я в Самаре? Я управляющий у Акаемова. Он попросил меня заняться оформлением бумаг. А завтра хотел к вам заехать и все подписать. Да, бумаги. Как же я забыл-то? Да ты проходи, проходи. Акаемов же пуще огня боится деловых бумаг. Да, между нами говоря, он и писать недавно учился. А потому ты, конечно, для него весьма полезное приобретение. Ну, да бог с ними, с бумагами. Ты мне вот что скажи, Евграф. Ведь ты сам купец. А зачем тебе на кого-то работать? Деньги отца мне не нужны. Я и сам свое состояние заработаю. К тому же, меня ведь уже нет. Только свидетельство о смерти у Марьи Гавриловны дома пылится. А я уже другой. И имя у меня другое. Ну и как же теперь прикажете вас величать? По документам я Евгений Михайлович Синицын. Прошу любить и жаловать. Ну, Синицын так Синицын. Ты садись, садись. Гаврила Маркелович, дайте мне честное купеческое слово, что ни Акаемов, никто другой не узнает, кто я такой. Да я, конечно, все понимаю. Я вас прошу, как купец купца, ну, вернее, как сын купца, дайте честное купеческое слово. Простите, ради бога. Где я могу увидеть игуменью Манефу? Игуменью Манефу — это я. Петр Степанович Самоквасов из Саратова. Марко Данилович Смолокуров определил сюда свою дочь, Дуняшу, а мне передал, что вы ищете учителя истории для своих воспитанниц. Молод ты больно для учителя. Обучался разным наукам в Москве и... Ну ладно, посмотрим. Чему мы там обучались? В обители жить не будешь. Учительствовать станешь наездами. Как скажете, матушка. Да. Марко Данилович вам, точнее обители, просил передать кое-какую сумму. На нужду, так сказать. Очень признательна Марку Даниловичу. Вещи-то оставьте в гостевом домике. Веринея проводит. А после ко мне. Обговорим условия вашего проживания. Слушаюсь, матушка.
Пойдемте за мной. Вы угощайтесь, Александр Ильич. Матушка от души готовила. Я вижу. Как говорится, что Бог послал. Ну, с почином тебя, Кондрат Иванович. А я хочу вас поблагодарить за помощь в поимке преступников, Александр Ильич. Поймать злодея мало. Вот заставить его признать, что он злодей. Вот где наука. Это да. А у меня к вам, Александр Ильич, еще просьба. Что за просьба? А просьба вот какая, насчет работника Чепурина, Алексея Лохматова. На него же разбойники два раза нападали. Так стало быть, он их видел. Хорошо бы его в свидетели, а? А вот тут, брат, ты опоздал. Угу. Заявление Алексея Лохматова и Масленниковой Марьи Гавриловны я уже получил. Ну-ка, дай. Тут не настроюсь, Кондрат Иванович. Со временем и ты владеешь навыками сыскной работы. А пока просто верь мне на слово. Это заявление Алексея Трифоновича Лохматова. А там и Марья Гавриловна. Там все есть, имена, фамилии. Только ставь печати и пускай в дело. Если бы не вы, Александр Ильич, я бы еще долго вокруг да около ходил. А ладно, будет дифирамбы петь, не красная девица. Моя Гавриловна вот напугана изрядно. На силу говорил ее вернуться из обители в город. У родителей-то безопаснее будет. Так ведь и Алексея хорошо бы в Разгов перевести. Тут за ним и присмотр будет. Верно. Заявление дело хорошее. Но его и выкрасть можно, и поделать. Да и потерять бумажные волоките. А свидетельские показания – это неоспоримый аргумент. Правда ваша. Я тебе заявление сразу не показал, потому что думал, как поступить, и… Да и в надежности твоей. Должен же я был убедиться. Ну, я надеюсь, убедились? Убедился. Вот и слава Богу. Ровно одна минута у вас на все разговоры. Заводи. Меня Пантелеев ждал. Клясться не буду, но меня взяли, когда я его искал. Я этому Пантелееву не доверяю. Когда меня выпустят? Капитан исправник еще не знает, за что тебя арестовали. Со следователем ему потолковать надо. Все. Сергей Силантьевич. Сначала Макара взяли, теперь Стуколова. Да следователь этот Маковкин больно резвый оказался. А это твои люди. Ты разбирайся с ними. Завтра монах к тебе пришлю. С деньгами. Выпустишь Стуколова и Макара. Покойный батюшка очень горевал о твоей кончине.
царствие ему небесное. Может быть, я могу тебе чем-нибудь помочь? Да нет, благодарствую. Сейчас мне помощь не нужна. Ну, а дальше на всю волю Божью. Правильно. На всю волю Божью. А можно вам задать один вопрос? Про Марьюшку? А надо ли тебе прошлое ворошить? Ну, я хочу знать. А что ты хочешь знать? Как она пережила ваши две смерти? Ты вот это хочешь знать? Как она страдала, в петлю лезла? Глядите на него, он хочет знать. Оставь ее в покое. Раз судьба распорядилась вас разлучить, значит, так тому и быть. Я полагаю, вам каждому нужно пройти свой путь до конца, отдельно друг от друга. В одну реку дважды не входят. Евгений. Я обещаю, что больше никогда не потревожу Марью Гавриловну. Наконец-то мы добрались. Ну и дороги. Спасибо. С приездом вас. Здравствуйте. Борис Ильич, управляющий в обители матери Манефы. Она вот-вот подойдет, чтобы встретить вас. Пару дней назад немножко захворала, но сегодня ей уже получше. А вот и она. Мир тебе, матушка Манефа. Как твое здоровье? Потап Максимович как поживает? Благодарю вас, Марко Данилович. Все живы-здоровы, слава Богу. Заждались вас. Да. А это моя любимая доченька, Дунюшка. Дом ей готов? Готов, готов. Вот Борис Ильич лично за всем следил. А это тетушка моей Дунюшки, Дарья Сергеевна. Помнится, вы просили наставницу по чужим языкам. Так вот, Дарья Сергеевна хорошо владеет и французским, и английским. Очень благодарны. Очень благодарны вам, Марко Данилович. Ну что ж, пойдемте. Я вам дом покажу. Пройдемте. Стой. Проходитесь. Отец родной, вылечи ты дочку. Денег не пожалею. Помоги, ради бога, помоги. Не померла бы. Потап Максимович, успокойтесь. Где больная-то? Наверх. Сейчас осмотрим, сделаем все, что нужно. Бог ведь он милостив. Не каждая болезнь к смерти бывает. Дай-то Бог. Доктор, умоляю, только батюшке не говорите, что со мной. Помрет с горя. Как есть помрет. Так стыдно мне перед ним. Как стыдно. А если расскажете, то я у вас на руках умру, и с небушка потом всю жизнь являться буду во сне. Не оставлю, Господом клянусь. Успокойтесь, Настасья Потаповна. Да кто же вам такое посоветовал? Кто сделал это? Кто посоветовал от ребеночка избавиться? Сама виновата. Не наказывайте никого. Сама так решила. Ах,
Я и лучше. Андрей Богданович, она поднимется. Давайте не здесь. Выйдем. Да скажи ж ты ради Христа, скажи! Не терзай ты отцовского сердца. Что могу сказать, Потап Максимович? Сделал все, что мог. Но ручаться не буду. Да что за хворь ее одолела такая, а? Помрет. Молитесь, Потап Максимович. Только в руках Бога сейчас чудеса-то творите. Порошки я ей дал. Побольше воды. Покоя. Крепитесь, Потап Максимович. Голубушка моя, Настенька. Я еще к вам заеду. Ой, Настенька, светик ты мой. Доброго здоровья. Здравствуйте. Помогите! Помогите! Барышня! А? Стойте там! Ага! О! Боже мой! Я так испугалась! Он прям подо мной сломался! Я чуть в воду не упала! Зачем же вы одна в лесу гуляете, а? Опа! Это вам не в парке по дорожкам бродить. Не бойтесь. Опа! Так. Оп! Осторожней. Ой. Спасибо. Пожалуйста. Ой. Грибы. Спасибо. Да. Пожалуйста. Дуня! Дуняша! Дуня, ты где? Ах ты, проказница! Человек меня спас. Перенес через воду. Ах ты, боже мой! Позвольте представиться. Самоквасов Петр Степанович. В учителя определился. К воспитанницам матушки Манефы. Очень рада. Дарья Сергеевна. А это моя племянница Дуняша. Дуня Смолокурова. Дочь купца Марка Даниловича.
Очень приятно. Дуняша, нельзя так пристально смотреть на мужчину. Девушки должны помнить о приличиях. А вы к нам надолго, Петр Степанович? Так вот, как вам надоем, так сразу и уеду. Дуняша, нам пора. Мы к обеду опаздываем. Дуняша! Мы опаздываем. Теряет она силы. Лекарства не действуют. Применю последнее средство. Дам ей мускус. Что это? Мускус. Мускус придаст ей силы. Но немного. Но потом можно будет дать более сильное лекарство. Поможет хорошо. Но не поможет. На все воля Божия. Одна, где Борис Ильич? Случилось что? Случилось. Алешка где? Так Алешка к родителям уехал. Чего случилось-то? Не твоего ума дело. Доброго здоровья, Фленушка. Благодарствую. Ты матушку не видела? Да там она у себя. Фленушка! Фленушка! А вы, сударь, поосторожнее были бы. Прошу прощения. Ради Бога. А вы у нас кто? Что-то не припомню. Петр Степанович Самоквасов, учитель. Послушницам историю наставляю. Ну что ж, это дело хорошее. А еще по какой части? Любовным наукам обучаете? Нинушка, я сейчас уезжаю в Осиповку по важному делу. Ты без меня веди себя хорошо. Я буду скучать по тебе, Фленушка. И я по тебе. И вам, сударь, прощайте. Возвращайся скорее, Фленушка. Ночи перед иконами простоишь в наказание за самовольный отъезд. Садись. Рассказывай, что стряслось. Настя занемогла. Потап Максимович просил вас срочно ехать, молиться за ее здоровье. Он ведь жениха привез, а она и в обморок упала. Зря вы Алешку отпустили. Это же он во всем виноват. В чем он виноват? Так между ним же и Настенькой любовь была. Какая любовь? Обыкновенная. Плотская. Как между мужчиной и женщиной бывает. Он-то себе другую здесь нашел. А там Настя без него помирает. Что с ним, матушка? Все.
Завтра с утра поедем. Ой, господи. Несчастье-то какое. Ой. Ой, несчастье. Владимир Петрович. Ох, рад. Рад тебя видеть, Евгений Михайлович. О, гость ты наш дорогой. Ради бога, простите. Видимо, я не вовремя. Ну, полно, полно тебе. Мы люди простые. Коль человек по делу пришел, значит, вовремя. Давай-ка лучше вот проходи. Садитесь, Евгений Михайлович, да отобедайте с нами. Вот. Милости прошу. Евгений Михайлович, уж больно тебя залетов хвалил. Да. Не знаю, чем ты его обаял. Видать, своими вот этими вот манерами обходительными, а? Да. Симпатичный господин, он мне тоже приглянулся. Это Залетов обычно скуп на похвалы, а тут прямо вот рассыпался, да. Ну что же это, за тебя. Очень на мне по душе, как ты работаешь. Вот. И я доволен службой у вас, Владимир Петрович. Ну, так а еще больше доволен будешь, как капитальц-то заработаешь. Да, пароходик себе купишь, ну, там бог даст, и дом поставит рядом с нами-то, а? Узнал, сказывай. Обросков, Марья Гавриловна вернулась. И не одна, а вместе с Пантелеевым. Они в одной бричке приехали. Но это еще не все. Я в номер в гостинице наведался, где Пантелеев остановился. Вещички его перебрал. Так вот, Пантелеев – гнида казематная. Полицай он из Петербурга. Ах, шельма. Ах, шельма. А говорил игрок. Говорил, что за взятки из полиции выгнали. Знаешь, что делать? Только не тяни. Все сделаю. В кружке свою моется. Трогай. До начала следствия тебе нужно где-нибудь укрыться. Есть у тебя такое место? Да у меня в Разгове-то, кроме Марии Гавриловны, и нет никого. Нет. К Марии Гавриловне нельзя. Ну да ладно, что-нибудь придумай. Прошу прощения, Александр Ильич, вас там спрашивают у ворот, сказали, что из Петербурга. Из Петербурга? Это в чем же дело? Пускай заходят. Они по секрету хотят. Ну хорошо, по секрету, так по секрету.
Ладно, Алексей, посиди пока здесь. Я скоро. Чем обязан, милостивый государь? Вы господин Пантелеев. Именно так. Вам срочный пакет из Петербурга. А вы от Николая Кузьмича? Угу. За ноги убери. Ну, вот пойдем. В угол, в угол. Прости душу грешную. Ну, давайте, мужики, да? Эх, ну, эх, вы. Мы вы неверующие. Почему? Да потому что говорите... А, милейший, простите, а господин, который со мной сидел, еще не возвращался? Никак нет. Должно быть, с господами из Петербурга разговаривают. Что вы спорите? В итоге, я прав. Докажи. Факты приведены. Какие факты, Федор, видел? Своими глазами. Ну, видел. Как? Ничего, а не веришь. Кто ты видел? Я когда видел? Кому я тебя подал? Кто ты видел? Александр Ильич, ну где вы? Александр Ильич! Александр Ильич! Александр Ильич! Александр Ильич! Александр Ильич! Александр Ильич, что с вами? Господи! Александр Ильич! Александр Ильич, что с вами? Помогите! Помогите! Люди! Люди! Помогите! Подожди! Подожди! Да. Слушай внимательно. Это были люди отца Ионы из лесного монастыря. Отца Ионы нужно арестовать. Арестовать? Вот он, убивец! Мужики, идите сюда! Вот он, убивец! Какой убивец? Вы он чего? Убивец! Помогите! Давай, хватай его! Пошли! Полиция его! Чего? Помоги! Пошел! Господин, как вы? Я рада, батюшка. Ну что ты такой? Матушка родная моя. Дочка моя. Что же с тобой стало? Да ничего уж. Уж легче мне. И не болит ничего. Вот хорошо. Вот. Ничего. Матушка, прости Господа ради. Помираю я. Да что ты говоришь? Страшно как. Перед батюшкой повиниться хочу. Настенька, да в чем повиниться-то? Пусть выйдут все, а вы с батюшкой-то останетесь. Батюшка. Что? Что, десятка?
прости ты меня. Ты что? Что? Ты грешна пред тобой и пред Богом. Ребеночек у меня был от Алёши. Так я избавилась от него. Вот Боженька меня и наказывает. Прибрать, видно, хочет. Прости, батюшка, голубчик, прости. А ты... Ты поцелуй меня лучше кого-нибудь. Как маленькую, помнишь, целую? Доченька моя. Доченька моя. Солнышко мое. Батюшка. Детятко мое. Что ж ты с собой наделала, дочка? Батюшка, послушай меня. Просьба у меня есть. Не откажи, батюшка. Говори, говори, радость моя. Все сделаю, говори. Все, что скажешь, делаю, говори. Ты прости его. Алёша-то, по любви у нас все было. Господь с ним. Добрая ты моя. Что? На каторгу захотел? На каторгу? Вот этот нож был найден в подворотне, в 50 метрах от места преступления. Чем ты можешь объяснить тот факт, что тебя застали рядом с раненым Пантелеевым? Руки у тебя были в крови. Так он помер или нет? Слава богу, жив еще. Вы не ответили на мой вопрос. Так у Пантелеева у самого и спросите. Его люди из лесного монастыря порезали, а он их хотел арестовать. Так вы что, знали, что Александр Ильич из сыскной полиции? А как же? Из самого Санкт-Петербурга. Он мне даже документы показывал. Развяжи ему руки. Гриша, руки ему развяжи. Спишь, что ли? Так значит... Люди из лесного монастыря хотели его убить. Откуда вы это знаете? Пантелеев мне сам сказал, когда я его в подворотне нашел. Еще он сказал, что отца Иону надо арестовать. Семь бед, один ответ. Это не пиши. Я вас отпускаю, Алексей Трифонович. За отсутствием улик и состава преступления в ваших действиях. Ага. И состава преступления в ваших действиях. Позже мы еще раз вас вызовем. Вы остаетесь свидетелем. Конечно, конечно. Спасибо большое. Меня не за что благодарить. Благодарите Александра Ильича, что жив остался. Ага. Уйди. Что вы тут делаете? Отпустили вот. Но вы не подумайте, я ни в чем не виноват. Я полиции помогаю. А может быть, вам помощь моя нужна? Так вы скажите, не стесняйтесь. Хотите, я вас довезу? Вам куда? Не надо, Мария Гавриловна, я сам. Мне к хозяину вернуться надо. Я Чепуриный работник. Он же верно меня потерял. Идти мне надо, Мария Гавриловна. Будь счастлив. С Богом. Трогай.
Батюшка, а где Алеша-то мой? Не вернулся еще. Не вернулся еще, не вернулся. Не вернулся. Не вернулся, радость моя. Слава Богу. И хорошо. Проша. Просковьюшка. Просковья. Сестрица моя любимая. Ты уж прости меня. Ты поезжай в монастырь. Поклонись матушке Манефе и Флёнушке поклонись. Погуляй там. Деточки мои. Помнишь, где мы с тобой гуляли? Цветочки рвали, веночки плели. Помолись за душу мою грешную. Точно, тихо. Дядя Никифор, ну ты уж не пей, голубчик. Нехорошо это. Не буду, лебедушка, за рог. А ты помолись за меня, царю небесному. Вот и не будет. И батюшка, обними еще покрепче. Ой, батюшка. Ой. Thank you.